Всем здрасте. Решил записать очень коротенькое видео про замену салонного фильтра в УАЗе Патриот. Сейчас я достану свой и посмотрим, за сколько я его не менял. 25 тысяч, по-моему, я его не менял. Сейчас поглядим, что с ним творится. Надо отстегнуть вот эту пластиковую крышечку. И дальше нехитрым прибором, ну, например, в моем случае, я использую вот такую. И, в принципе, свою работу он выполнял на все 100. Стрелочками у нас он смотрит в салон. То есть стоит он у нас вот так вот. Вот она, наша крышечка. И вот туда вот он вставляется фильтр. Держится крышка вот на вот этих собачках. На морозе лучше, конечно, этим всем не заниматься. Но, в принципе, даже если их отломаем, да, у него есть подвинт крепления. Вот. В общей сложности очень неудобное место. Подлазить пальцами очень крайне неудобно. Вот этот короб очень сильно мешает. Но все возможно заменить без потерь. Соответственно, новый фильтр полностью оригинал. И стрелочками, получается, мы ставим его в салон. То есть вот в таком вот виде. И вот наш фильтр уже на месте. Крайне неудобная процедура, потому что достаточно очень темно в ногах пассажиры, да и вообще темное здесь место. Все это делается на ощупь и наугад.